Пожар на складе «Мир техники», второй этаж. По учебной тревоге к зданию Зареченского торгового дома прибыли пожарные. Для тушения условного возгорания были задействованы 45 человек. К моменту прибытия расчетов огнем было охвачено 85 квадратных метров площади магазина. Работать пожарным пришлось в условиях сильного задымления. Краги одеваем. Включаем все аппарат, одеваем краги. По условиям учений сразу же ликвидировать возгорание не удалось. Огонь продолжал захватывать все большую территорию. Пожарным пришлось вносить коррективы в свои действия уже в процессе тушения. Для ликвидации условного возгорания в Зареченском торговом доме было задействовано 11 единиц спецтехники. Сюда прибыли автоцистерны, автолестница, автоколенчатый подъемник, автомобиль газо-дымозащитной службы. Вблизи магазина дежурила бригада скорой помощи. Сотрудники ДПС на время тушения огня перекрыли движение около торгового центра. Все покупатели и сотрудники были эвакуированы из здания. На ликвидацию возгорания потребовалось чуть больше часа. Действия зареченских специалистов на этих пожарно-тактических учениях оценивало не только руководство городского управления ФПС, но и специалисты из Москвы. Оценка действий будет происходить уже непосредственно на разборе учений, которое будет проводиться сейчас. На данный момент все, что запланировано планом учений, выполнено. В первую очередь нам необходимо спасти людей, эвакуировать людей, затем сделать свои действия по тушению пожара. Через 70 минут двери магазина вновь открыли для покупателей. Горожан пустили в торговый центр только тогда, когда не было сомнений в том, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. Елена Степкина, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».